О, Рыжий, здорово, как дела тут у тебя, а? Привет, Рыжун. Чё там, батя такое купил вкусненькое? Ну что ты, я по тебе тоже соскучился, здоров, здоров, ну ладно, пойду руки мыть. Эх, иди, начал грязно тут лазить по дому. Чё ты, батя такое купил? Ой, упала, наверное, мне упала. Ничего себе. Готовить некогда. Вкусняшку себе купил, сейчас быстренько покушаю и дальше делами заниматься. Это же надо, какой батя молодец, командировочки. Да такую вкусняшку, да мне. Но я всегда говорю, что батя у меня молодец. Это что такое на стол? Да соусов. Ладно, пошел к себе. Все, быстренько сожрикаю. Вот это нямнямочка-то какая. Ну батя у меня всегда молодцом был. Так, все. Поем в удовольствие. Плюшевый! Ты где там? Может, с тобой поделиться? Ты вроде тоже его друг. Ну чего ты широ хочешь? Вообще, ладно, пойдешься. Не, ничего, Плюшевый, ничего не хотел. Ничего, ну и ладно. Так. Вкусняшечка, мак. Я. Так, вот это уж, блин, батя. Надо его тоже куда-то утащить, наверное. Не понял. Я же здесь положил. Кто мой обед съел? Я не понял. Шерлок, Ватсон, только вы дома. Что, бать? Я тут. Привет. Блин, батя. Ё-моё, быстрее доедать, да-да. Ах, сейчас только бы не засёк меня. Так, ладно, секунда, и будет всё проглочено. Бать, я тут я, бать. Чё ты облизываешься, я не понял. Чё, воду пил? Да? А вода где? Там, на месте. Облизываешься здесь, а вода там? А что это за кости у тебя, я не понял? Это те, которые мамка вчера давала, остатки остались. Да? Так, хоба. Рассказывайте, кто съел мой обед? И да даже не съел, а сожрал наглым образом. Бать, я ничего не ел, я тут лежала и лежу. Шерлок! Это ты сожрал мой обед, а? Ничего я не ем. Я бы съел, если было, а не было ничего. Блин, батя, походу догадался, что это я. Ах так, да? Не сознаетесь. Ну, кроме вас никого не было, я его точно не ел. Я бы почувствовал, а то ничего. Ой, он бурлит. Так, надо вас на чистую воду выводить. О! У меня идея появилась. Интересно, сейчас. Что за идея у него там интересная? Совсем, наверное, не интересная. Только бы не узнал, что это я за шарика. Так, друзья, товарищи. О, батя, у тебя что, такой подарок мне? Да, это подарок, который вас сейчас на чистую воду выведет. Какой? Это что, фильтр для воды? Чистую воду. Бать, нет тут ничего. Это детектор лжи, мой друг. Детектор чего-чего? Детектор лжи. Ничего не понял. Ящик какой-то. Ребята, они ж не знают, что такое детектор лжи. А вот сейчас мы сыграем с ними. Пусть думают, что я их сейчас на чистую воду выводить буду. Хотя вот вам честно скажу, мне кажется, что это Шерлок. Ватсон сонная тетеря была, а этот вышел облизываться. Воду я пил, воды нету. Хотя, если не Шерлок, я его зря накажу, да это вот тоже неправильно будет. Ну, ничего, сейчас, короче, по ходу что-нибудь придумаем. Так, ну чё, Ватсон, ты где? Давай, с тебя начнем. Правильно, батя, с него начинай. Блин, я тут лучше за шторками посижу на всякий случай. Это точно он сожрал. Я заодно посмотрю, как тут это проходит все. И свои ответы настрою. Шерлок, что-то ты нервничаешь, бегаешь вокруг. Сядь спокойно, посиди где-нибудь в уголочке. Я нервничаю, абсолютно не нервничаю. Я само спокойствие, я ж ничего не ем. А вот видишь, Плюшивый-то нервничает. Ой, лапами дрыгает. Походу, он бать все сожрал. Тут даже это, по вилами по воде писано, он сожрал. А когда твой голос слышит, сразу нервничает. Орешь на весь дом, да, Ватсон? Да, батечка, орет как сумасшедший. Че так орать? Итак, я включаю аппарат. Вот так.
Так, хотя если Шерлок все слышать будет, это тоже неправильно будет. Он потом все подстроит. Как же его на чистую воду вывести? Или Ватсона? Вообще нет. Мы пойдем в комнату. А ты здесь сиди и не подсматривай, не подслушивай. Закончим, придем. Больно надо, прямо уж. Вот сиди там и жди своей очереди. Хе, я не собирался за вами идти. Итак, Ватсон, отвечаем на вопросы, только да или нет. Так, тебя зовут Ватсон? Да. Верно, хорошо. Ты собака? Бать, ты что, с ума сошел? Какой же я собака? Нет. Ну, правильно. И не нервничает, отлично. Сразу видно, что это не он. Ладно, последний вопрос. Ватсон, ты сегодня ел мясо? Блин, что ж там они делают? Хоть чуть-чуть услышать, хоть чуть-чуть одним глазком посмотреть. Ё-моё, чучубы. Так, Юба сидит. Отвечает что-то. Ел мясо? Ё-моё, про мясо спрашивает. Так, подслушивает, подсматривает. Подожди секунду. А ну-ка свой нос убрал! Блин, засёк. Ладно, я ушёл. Больно надо, деловые. Нет, бать, не ел. Мне ещё с утра не кормили. Так, ладно, есть спокойствие. Всё, опрос закончен. Свободен. Чё, так просто? Ну хорошо, бать, можно здесь полежать? Можешь здесь полежать. Рыжего мы там сейчас, в зале, допросим. Пошли, сидишь под дверью. А чё, уж посидеть нельзя? Чё там этот пришивый, бать, он съел, да? Не скажу, сейчас тебя проверим. Так, подозреваемый, сюда. Чё сюда? Вот сюда. А чё сюда? Может я да? Только в окна хочу. Я должен твои глаза видеть. Сел и сидишь, и смотришь на меня. Блин, а чё на него смотреть, да? Что там за такой аппарат у него страшный? Неужели... Чё? Блин. Сидеть? Не удалось смотреться. Приступим. Тебя зовут Шерлок? Хе, вопросы фигня. Шерлок! Так, мы на вопросы отвечаем. Либо да, либо нет. Все, ни вправо, ни влево. Расстрел. Не надо расстрел. Да. Спокойно отвечал, ладно. Ты кот? Бать, ты рассмешил. Да нет! Все, спокойно, отлично. Следующий вопрос будет решающим. Ты сегодня мясо ел? Ой, блин, а что там за мясо? Ой. Отвечай давай, что ты занервничал? Ответишь неправду, наказание удвоится. Блин, ну когда удвоится? Так, вернись на место, ты куда убежал? И ответь на вопрос. Ой, ладно, папа, это... Блин, если я скажу неправду, аппарат покажет, что я вру. Он же мне в два раза больше вылупит наказание. Блин, а если я сознаю, все равно вылупит. Ну, наверное, меньше. Ладно, возвращаюсь, батя. Так, хорошо. Так, правда-неправда говорит, правду-неправду. Батя, я, да. Так, это все-таки ты съел мое мясо. Я. Так, я не понял, а кто тебе разрешил мое мясо съесть, а? Чего в глаза не смотришь, а? Чего я не смотрю? Смотрю. Ну так я что думал, что это мне подарок. Оказалось, не мне. Понятно. Я вообще-то тебе подарок привез. Давай скорее, давай, неси, я уже так уж готов. А вот это тебе наказание будет, понял? Не получишь свой подарок, а подарок твой уйдет коту на съедение. Он съест. Плешивому! Вот, чтоб тебе еще в 10 раз обиднее было, понял? Вор. Этот плешивый вечно все карты попутает. Так и быть. Ладно, ребятки, ну я хоть чуть-чуть сожрал вкуснятинки. Ну а вы были на канале Брошу Пэт. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Так что смотри у меня вот такой вот классный аппарат теперь есть. Я тебя теперь каждый раз буду на чистую воду выводить. Да, ребята? Ну а вы подписывайтесь на канал этого рыжего вруна-вора. Давайте ему ляму уже наберем
И мы тогда... И, кстати, в комментах пишите, какой ему подарок сделать на 1 000 000 подписчиков. Любой. Хотите новую будку заводяжем? Короче, все. Пока.